Мама мне говорила в детстве. Надо же было думать. Что это? Я подумал. Не думай, спроси. На самом деле решение есть само мышление. Или мы будем течь по течению. Я тоже. Слушайте. Ну, то есть я что, думаете, часто голову включаю? Нет. Много по течению. Занят когнитивный ресурс-то, понимаете? Вот. Иногда уже ты улетел куда-то, понимаете, со всеми этим не подумавши. Потом ты, все уже, надо было думать. И очень сложно все время себя удерживать в этой позиции, ну, как бы ясности внутренней. Вот что такое мышление и принятие решений.